Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите тележурнал «Кузбасский ковчег». С вами я, его ведущий Дмитрий Ретих. Смотрите сегодня в программе. Великопостная Евхаристия. Митрополит Аристарх возглавил первую литургию преждеосвященных даров в наступившей Четыридесятнице. Питок первой седмицы Великого Поста. Кузбасский архиерей освятил Колева на богослужении в Никольском соборе Кемерово. Вера, восторжествовавшая над иконоборчеством. В первый воскресный день Великого Поста Русская Церковь встретила день торжества православия. К юбилею Великой Победы в Мариинске открылось сразу два стенда героям Советского Союза. Итоги 2019-го. Мы продолжаем знакомить вас с работой Кемеровской епархии за прошлый год. 4 марта в Знаменском соборе Кемерово впервые с начала Великого Поста митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил божественную литургию преждеосвященных даров. По церковному уставу это богослужение проходит исключительно в дни 40-дневного духовного подвига верующих. Главной его особенностью является отсутствие анафоры – освящения святых даров. Агнца подготовили в прощенное воскресенье, а позже освятили на литургии святителя Иоанна Златоуста. Практика совершения литургии преждеосвященных даров берет начало еще с апостольских времен. Из писаний апостольских мужей известно, что христиане по благословению апостола, а после епископа, брали освященные святые дары в дом и причащались. Подобное домашнее самопричащение стало первым шагом на пути к традиции совершения божественной литургии преждеосвященных даров. Высокопреосвященному владыке в этот день сослужили клирики Кемеровской епархии. Песнопение исполнил архиерейский хор собора под управлением Жанны Чеботаревой. В завершение богослужения митрополит Аристарх обратился к прихожанам с архипастырским словом, посвященным Великому Посту и истолкованию совершенной литургии. Кровоточащую рану человеческой души невозможно ничем исцелить или успокоить, никакими земными медицинскими средствами, потому что духовный недуг и врачуется духовными средствами. И покаяние – это тоже врачевание, без которой гибнущая душа умирает. Покаяние – это сила, которая поднимает любого грешника, как бы глубоко он ни пал. Пояснив главные моменты богослужения, владыка пожелал всем достойно пройти подвиг поста и подготовиться к празднованию Светлого Христова Воскресения. Слово архиерея завершилось общим благословением. Итог первой седмицы Великого Поста митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил литургию преждеосвященных даров в Никольском соборе Кемерово. На богослужении молился почетный настоятель Никольского собора протоиерей Алексей Курлюта. Песнопение исполнил хор собора под управлением Анны Пудзва. Амвонные молитвы священнослужители во главе с митрополитом посреди храма прочли канон великомученику Феодору Тирану, после чего архиерей освятил Колева. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
По окончании богослужения настоятель храма протоиерей Алексей Гуркин поблагодарил архиерея за совершенную литургию и святительские труды на первой седмице поста, задающий тон всей Четыредесятницы. Приятно и радостно, что в этот день, в дни первой седмицы, поддержать нас своим архипастырским благословением и молитвой прибыли вы в наш храм. И на божественной литургии мы молились о нашем приходе и о жителях нашего города. И дай Бог, чтобы по вашим молитвам Господь укрепил всех нас вот, в несении этого спасительного подвига святого поста. Также и вам желаем помощи Божьей сил в предстоящем Великий пост. Митрополит Аристарх обратился к верующим с проповедью, в которой пояснил состав и историю происхождения литургии, составленной святителем Григорием Двоесловом, Папой Римским. В период теперь уже истекший подготовительных недель перед началом Великого поста Церковь Божия, как заботливая мать, через евангельские образы, через слова, через притчи Иисуса Христа помогала всем нам заглянуть в собственную душу, увидеть, что в нашей христианской жизни нужно исправить, в чем покаяться. Сейчас наступил другой период, период Святой Четыредесятницы, в течение которого в храмах, в чтении, пении, проповеди мы будем слышать больше уже не о себе самих, а о том, что благодать Божия, сила Божия сделала с теми людьми, которые смогли принести в своей человеческой жизни искреннее покаяние, которые нашли силы раскрыть свое сердце, свою душу навстречу Богу. Окончив толкование литургии, митрополит пожелал священнослужителям и прихожанам собора достойно понести бремя Великого Поста и через то достойно подготовить себя к встрече с воскресшим Спасителем мира. Первый воскресный день Великого Поста Русская Церковь встретила День Торжества Православия, праздник, установленный в честь истинной веры, восторжествовавшей над иконоборчеством. В этот день в Знаменском кафедральном соборе Кемерово митрополит Кемеровский Прокопьевский Аристарх совершил божественную литургию святителя Василия Великого. Владыки сослужили клирики Кузбасской митрополии. Во время сугубой иктинии верующие помолились о единстве церкви. После отпуска литургии священнослужители во главе с митрополитом расположились посреди храма и начался особый молебен, называемый чином торжества православия. Православие день празднующий, православные люди, наипаче прославим виновника всех благ Бога, иже сы благословен вовеки. Сей Бог наш, промышляя и утверждая возлюбленное свое достояние, Святую Церковь правоотцев, преступлением от падших утешая, неложным своим словом, еще в раи основания ей положи. Преосвященным митрополитом, архиепископом и епископом православным, вечная По окончании богослужения митрополит произнес слово о церкви и православии. Сегодня прославляется сама Церковь Христова, основанная Господом Иисусом Христом, потому что именно она в неповрежденности сохранила веру Христову. Поэтому православная церковь и является для нас с вами, дорогие отцы и братья и сестры, единственной путеводительницей на пути ко спасению, потому что в ней пребывает вся полнота евангельской истины, которую принес на землю воплотившийся ради нашего спасения Господь Иисус Христос. В особенный день высоких церковных наград были удостоены священнослужители и миряне Кемеровской епархии. Во внимание к усердным трудам, во славу Русской Православной Церкви и в связи с праздником торжества православия и жизненными юбилеями наградить
медали за служение Русской Православной Церкви в Кузбассе третьей степени с рельефным изображением святой великомученицы Варвары, протоиерея Константина Федяева, благочинного храма второго Кемеровского округа, настоятеля храма иконы Божией Матери всех скорбящих. В завершение владыка преподал верующим свое благословение. В последних числах февраля в 6-й средней общеобразовательной школе города Мариинска активисты проекта «Историческая память» открыли выставку в честь земляков героев Советского Союза Ивана Тимофеевича Моисеева и Петра Филипповича Торгунакова. Проект, цель которого – сберечь память о героях Великой Отечественной, уже реализован в Промышленском, Топкинском, Крапивинском, а теперь в Мариинском районе Кузбасса. Как почетный гость открыл выставку ветеран войны Анатолий Емельянович Шурухин. Мы не только остановили войну, но и освободили мир от фашизма. Святой долг каждого российского гражданина хранит память об этом великом подвиге, о героях войны, чтит истории доблести, высокого патриотизма и силы духа. Капитан Моисеев отличился при освобождении Венгрии от фашистов. Вместе со своим батальоном он в числе первых переправился через реку Тиса неподалеку от города Тисадерж. С однополчанами Иван Тимофеевич захватил вражескую артиллерийскую батарею и обеспечил плацдарм для высадки наших войск. Второй за ним приготовился, пригнулся, третий следом за вторым. Гвардии старший сержант Петр Торгунаков 23 января 1945 года во главе передовой группы переправился через реку Одер. Бойцы захватили плацдарм и удержали его. Группа отразила 3 контратаки, уничтожив при этом свыше 200 вражеских солдат и пленив 21. Этим группа обеспечила необходимую переправу батальона. За мужество и отвагу Иван Моисеев и Петр Торгунаков удостоены звания Героев Советского Союза. Очень приятно, что наша славная Мариинская земля в годы войны показала себя во всех отношениях прекрасно. Как на фронте, так и в тылу. На фронте один из наших земляков стали героями Советского Союза. Сейчас в Кузбассе 37 захоронений героев Советского Союза. К 75-летию Великой Победы все они будут обустроены, а в образовательных учреждениях появятся новые выставочные экспозиции, сообщают организаторы проекта. Знаете, когда работаешь с архивами, я всегда повторяю это слово, всегда буду повторять. Когда читаешь их подвиги, такое ощущение, что люди, вот я всегда говорю, состояли из железа. Их не страшил ни голод, ни холод, ни смерть. Они просто взяли и на своих плечах и руках принесли нам победу. Да? Они сделали для нас будущее. И наша задача, ребят, сохранять правду о Великой Отечественной войне и о наших героях. После открытия гости мероприятия отправились на место захоронения Ивана Моисеева и Петра Торгунакова, где почтили их память, возложили цветы и дали оружейный салют. К салюту готов! Огонь! 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 Смирно! Вольно! О работе отдела по тюремному служению расскажем в цифрах. Послушание по окормлению сотрудников уголовно-исправительной системы, осужденных и подследственных в 24 исправительных учреждениях сегодня несут 19 священнослужителей. На территории вышеназванных учреждений действуют 10 молельных комнат, 10 домовых церквей и 7 отдельно стоящих храмов. Из 14 тысяч заключенных 7,5 тысяч называют себя православными христианами, а 1500 из них регулярно участвуют в богослужениях. Футбол, волейбол, шахматы. Пожалуй, одним из самых популярных видов сотрудничества стали спортивные состязания и турниры, в которых с удовольствием принимают участие и заключенные, и священнослужители. Настолько была игра увлекательная, что были времена, когда мы просто все шли в нападение, так как всегда приходилось отыгрываться. Ребята посвежее, они там чуть устали, менялись, а мы играли постоянно. Играли в пас, играли от обороны. В целом все получилось.
Еще один немаловажный аспект работы – программа реабилитации и ресоциализации осужденных. Так, в прошлом году 56, а в текущем 24 бывших арестанта трудились при храмах митрополии. За год в окормляемых учреждениях открыто 9 звонниц, благодаря чему искусству колокольного звона за колючей проволокой уже обучаются 40 звонарей. Также в 11 учреждениях действуют кружки церковного пения, где учатся 38 человек. И еще в одном учреждении работает кружок иконописи, где обучаются трое. Большая серьезная работа в этом направлении ведется круглый год. Богослужения, личные встречи с осужденными, совместная работа с представителями других конфессий, участие в работе комиссий по УДО, лекции, конкурсы, концерты, книги в подарок – это лишь небольшая часть всего, что успевает сделать отдел за 12 месяцев. Немало больших событий произошло за год в молодежном отделе епархии. Первыми в этой череде стали февральские сретенские встречи в Юрге. На 9-м Сибирском молодежном форуме лидеры православных молодежных организаций митрополии, представители администрации области, синодального отдела по делам молодежи приняли участие в торжественном богослужении, а также пленарном заседании, дискуссиях, творческих мастерских, на которых рассматривались вопросы молодежного служения. Вторым большим событием стал июньский скаутский слет «Мы из Кузбасса» в Крапивинском районе. Около 400 скаутов несколько дней делились опытом, отправлялись в походы, закрепляли туристические навыки, не забывая при этом выпускать газету, петь песни, готовить вкуснейшую еду на свежем воздухе и участвовать в богослужениях. Финалом слета стал концерт кемеровской рок-группы «Затмение» и общий костер, завершившийся фейерверком. Жизнь легка и прекрасна, если опасно, но скажите, вам жить не даёт. Ну и, конечно же, сегодняшнюю жизнь и работу отдела невозможно представить без Кузбасской ассоциации духовно-нравственного просвещения «София». В сентябре ее активистов на семинаре в центре «Космос» села Верхотомского учили формировать сплоченный коллектив и вовлекать его участников в церковно-приходскую жизнь. Опытом работы с участниками форума делился тренер из Санкт-Петербурга Александр Розмыслов и ребята из его команды. Приоритетными направлениями семинара стали развитие внутривузовских команд «Софии», игры на команды образования и расстановка приоритетов на текущий учебный год. На самом деле, перечисленные мероприятия – лишь верхушка айсберга под названием «Работа молодежного отдела». Организация ежегодного бала в Татьянин день и двух лагерей «Вера и дело». Поездка в Ливан и студенческая Пасха, Георгиевский парад и Кузбасс за жизнь. О каждом из этих событий можно делать отдельные фильмы. Уважаемые телезрители, каждое ваше мнение крайне важно для нас. Свои замечания или комментарии вы можете сообщать нам по телефону или адресу, которые вы видите на своих экранах. На этом у меня все. Увидимся через неделю.